Всем привет! Сегодня будем выпекать куличи на Пасху. Рецепт несложный. Думаю, что даже если вы беретесь за это дело в первый раз, у вас обязательно получится. И вы порадуете своих родных и близких вкусной пасхальной выпечкой. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Вливаем молоко в небольшую кастрюльку и отправляем на плиту нагреваться до теплого состояния. Молоко я нагрела, важно не перегреть, чтобы не было горячим, иначе дрожжи запарятся. Теперь всыпаем дрожжи, добавляем 2 столовых ложки сахара. Размешиваем, накрываем и даем минут 15 постоять. Берем сливочное масло, разрезаем его на небольшие кубики, чтобы быстрее плавилось. А затем поместим в какую-нибудь металлическую мисочку и растопим на плите. Масло растопилось, даем ему немножко остыть до теплого состояния. А мы тем временем заливаем изюм кипятком и даем ему постоять минут 10-15. Разбиваем в большую миску яйца. Яйца должны быть комнатной температуры. Всыпаем оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и хорошо растираем. Теперь в миску с яичной массой выливаем теплое растопленное масло, подошедшие дрожжи, перемешиваем. И понемногу подсыпаем муку. Муку надо предварительно просеять. Когда тесто станет густым, начинаем месить руками. И месим его 20 минут. Месим тесто, пока оно начнет отлипать от рук. Чтобы меньше прилипало, можно руки смазать растопленным маслом. С изюма сливаем воду, затем выкладываем его на бумажное полотенце. Промакиваем. И обваливаем в муке. Если изюм обвалять в муке хорошо, тогда он распределится равномерно по всему тесту и не будет оседать на дно пасхи. Отправляем подготовленный изюм в тесто и хорошо перемешиваем, чтобы весь изюм распределился по всему тесту. Теперь берем формочки для пасхи, смазываем их маслом. Руки тоже хорошо смазываем маслом. Набираю тесто. Формирую из него такой шарик. А потом вот так вот как бы края загибаю под низ, чтобы сверху у нас получилась ровная поверхность. Вот так как бы глажу и под низ подминаю. Такая заготовочка получается, и помещаем ее в форму. Формочки должны быть заполнены где-то на треть. Вот такой круглый шарик помещаем в формочку. На
Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 3-4 часа. Важно, чтобы в помещении не было сквозняков. Прошло 3 часа, тесто наше подошло, увеличилось примерно в 3 раза. Отправляем наши куличи выпекаться. Духовка нагрета до 180 градусов и будем выпекать 40-45 минут. Прошло 45 минут, проверяем готовность наших пасочек шпажкой деревянной. Сухая, значит готова. Выключаем и даем пасочкам остыть. В это время готовим глазурь. Отделяем белки от желтков. Берем яичные белки и переливаем в посуду, в которой будем взбивать. Добавляем чайную ложечку свежевыжатого лимонного сока. И начинаем взбивать на самой маленькой скорости. Постепенно скорость увеличим и взбиваем до пены. Теперь берем и понемножку подсыпаем сахарную пудру. И также взбиваем сначала на маленькой скорости, а потом скорость увеличиваем. Также добавляем ванилин на кончике ножа. И продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Ну вот уже наша глазурь готова. Обращаю ваше внимание, что чтобы лучше белки взбились, они должны быть холодными. Посуда и венчик тоже должны быть холодными. И протереть венчик и посуду лимонным соком. Теперь берем остывшие куличи. Наносим на них приготовленную глазурь. И украшаем кондитерской посыпкой. Такая самая маленькая получилась. Смазываем ее тоже хорошо. Вот и все. Вкуснейшие домашние куличи на Пасху готовы. Пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.